Вопрос о том, что человек приходит в обычное кафе или обычный ресторан, заказывает рыбу, и вероятность, высокая вероятность того, что на этой сковороде до рыбы жарили, например, свинину. Я не сторонник увеличивать количество сомнений, наращивать количество запретов, но все же в данном случае я сделал бы акцент на то, что нужно посещать именно халяльные кафе и рестораны, именно халяльные кафе и рестораны, то есть где халяльное мясо. Это, ну, в том числе содействие тому, чтобы халяльный бизнес развивался. И, ну, даже если вы оказались в какой-то стране, где, ну, нет, хотя такого нет. Я даже в самом там каком-то далеком, отдаленном, маленьком городке в Англии, ну, совсем, когда уже после нескольких недель жизни там и обучения дети попросили что-то мясное, мы умудрились в маленьком, на берегу океана, маленьком городке Англии, мы нашли в центре халяльное, 100% халяльное кафе. В современных реалиях это не так сложно. Но если вот никак-никак, хорошо, включите вегетарианца.